Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе, и прямо сегодня покажу топ-5 самых крутых и самых лучших удаленных обновлений от разработчиков Stand.O 2. Это те обновления, которые просто вас повернут в шок, и я очень хотел бы, чтобы разработчики тоже обратили на это видео внимание. Ну а вы, можно, подписчики, оцените это видео вашим лайком и вашей подписочкой. Ну что, дамы и господа, я думаю, то, что ни для кого из вас не секрет, то, что в нашем самом Stand.O постоянно что-то меняется. А что, если раньше было лучше? Поэтому прямо сегодня и прямо сейчас вам покажу самые крутые обновления, которые разработчики, к сожалению, удалили. Присаживайтесь поудобнее, поехали. Наше почетное 5-е место занимает такая штучка, как голосовой чат. Да, ребята, это не шутка, это не сон. Прямо сейчас вам расскажу все подетальнее, но в старой версии по типу 0.9.0 разработчики пытались добавить голосовой чат. Если мы, ребята, прямо сейчас обратим внимание на видео, снятое того времени, то мы видим то, что есть общая громкость и есть общая громкость голосового чата. Также напротив голосового чата есть надпись «Голосовой чат. Экспериментальная функция». Потом, к сожалению, голосовой чат убрали. Я даже знаю почему, потому что я общался с разработчиками. И насколько мне известно, они говорили, что не убрали голосовой чат по причине того, что он очень сильно нагружал процессоры на телефонах, был очень требовательным. Ребята, чтобы понимали, насколько это было давно, что в то время еще была карта Short Dust 2. Ну что же, прямо сейчас я себя немножко отодвину, и на моем месте вы, ребята, увидите голосовой чат. Блин, просто представьте, насколько было бы круто, если бы сейчас был голосовой чат, если бы можно было бы, там, не знаю, шутить над вашими друзьями, обзываться с тиммейтами, можно было бы снимать кучу разного видео, кучу разного контента. Но разработчики, пожалуйста, добавьте голосовой чат обратно, я очень сильно по нем скучаю. Так, ну что ж, дамы и господа, посмотрите, вот-вот-вот слева от меня есть такой микрофончик, и когда вы на него нажимаете, вы можете с людьми общаться по микрофону, и при том оно реально работало, и работало довольно-таки нормально. Второе довольно-таки важное обновление, которое я хотел бы, чтобы разработчики вернули обратно, это карта Short Dust 2. Да, это плагиат из CSGO. Да, ее удалили, потому что это плагиат из CSGO. Но тем не менее, ребята, ну очень мало карт. Я хочу, чтобы или вернули эту карту обратно, или чтобы разработчики добавили много новых карт. Потому что, ребята, вы уж меня извините, но мое терпение уже на пределе. Мне надоело, блин, нахрен играть на 4 картах Stand.O. Я хочу в ММ играть на многих картах. Просто посмотрите, какая это была бы крутая карта, например, для режима 2 на 2. Если бы разработчики хоть чуть переделали, чтобы это не был откровенный плагиат DDoS 2 из CSGO, чтобы эту карту можно было запустить в Play Market, я был бы очень рад, и я бы с радостью и с большим удовольствием играл бы на ней, потому что, ребят, посмотрите, как же много тут разных бочек, как же тут много разных прострелов, тут есть те самые хаммеры, которые сейчас находятся на зоне 9, поэтому я считаю, что карта Short Dust 2 навсегда останется в наших сердцах. Если вы, ребятки, со мной согласны, прямо сейчас прожмите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну что же, а мы идем дальше. И да, ребятки, еще один очень важный аспект. Посмотрите на этих парней. Ни у кого из них нету нормального ножа. Это самые обычные подписчики мои, тоже меня любят, тоже меня смотрят. У них нет нормальных скинов, нет нормальных ножей. И знаете, что самое интересное? Раньше были скины на дефолтный нож. Ребята, это не кликбейт, посмотрите, внимание, сюда. И я просто в шоке. Просто представьте, насколько было бы круто, если бы, например, вы, да, какой-то Вася Пупкин из третьего Б-класса, у вас нету 1000 голды, чтобы купить себе нож. Вы просто, например, за 100 голды покупаете скин на дефолтный нож. И вы уже, как минимум, выглядите довольно-таки солидно. То есть, обратите внимание просто на вот это. Ну, реально же прикольно, даже похоже чем-то на M9 Bayonet Universe. Поэтому, ребята, если бы тоже хотели, чтобы добавили дефолтные скины на обычные нож, то прямо сейчас прожмите лайк и напишите ваше мнение в комментариях, потому что для меня оно очень важно. Ну а сейчас, думаю, то, что со мной согласится абсолютно каждый игрок Stand.O 2, потому что, ребята, я хочу, чтобы разработчики вернули зомби-выживание, и да, оно раньше было, и да, я в него играл, и я скажу так, да, по сути, ничего интересного, но тем не менее, иногда поиграть очень даже круто. Давайте мы его посмотрим, немножко вспомним, что же это вообще за зомби-выживание-то такое. Ну что же, дамы и господа, мы вернулись в прошлое, и прямо сейчас я вам напомню, что же это было за зомби-выживание такое. Короче, зомби-выживание было на карте Rust, карта Rust была очень темная, убрали освещение, очень прикольно. Появлялось, грубо говоря, изначально 6 человек, из этих 6 человек было 2 зомби. Что же должны были сделать зомби? Зомби должны были взять с ножа и просто резануть кого-то из нашей команды спецназа. А спецназ, в свою очередь, должен был их замочить. Посмотрите, как зомби высоко прыгают, если вы обратите внимание, у них много хп, и они гораздо выше прыгают и гораздо быстрее бегают. Давайте-ка прямо сейчас вам покажу текстурку зомби, потому что вы будете в шоке. Просто, ребят, внимательно смотрите, потому что мы с вами видим, да-да-да, того самого зомбаря, посмотрите. Ха-ха. Блин, ну прикольно, согласитесь, это достойно вашего лайка. Я бы с радостью сейчас поиграл бы в зомби-выживание. Это лучший режим, который делали разработчики Stand.O 2.
Ну а прямо сейчас мы, ребята, с вами поговорим о самом интересном. Это удаленные скины в Stand of 2. Да, это не шутка, это не пранк, но вы не поверите, но наши сами разработчики удалили некоторые скины. Первый из них это M4 Evil. Я его еле откопал на Stand of Wiki. Внимательно посмотрите, очень крутой скин, и я не понимаю, почему убрали такой обалденный скин на М-ку. Честно говоря, я с большим-пребольшим удовольствием я бы с ним играл. Так, ну что же, ребята, прямо сейчас вам покажу скин номер 2, от которого вы просто охренеете. Следующий удаленный скин, который сейчас нет в игре, это G22 Casual. Просто, ребята, обратите внимание, насколько же он красивый. Да блин, да любой G22 Nest отдыхает. Как же это круто, ребят. Честно говоря, мне немножко не по себе, и я очень сильно хочу, чтобы разработчики добавили именно этот скин обратно, потому что это просто срыв башки. Как же хотел бы купить. Я бы купил бы и за 10 тысяч голды, и за 20, и за 30, потому что скин очень крутой, и я вообще не понимаю, почему его убрали. Следующая довольно-таки важная тема, ребятки, это освещение, потому что я прямо сейчас смотрю на карту Training Outside, и я радуюсь. Посмотрите, как светло, посмотрите, как круто. Почему я не могу сделать так же светло у себя в настройках, например, через кнопочку яркость? Или почему разработчики не могут сделать карты более светлыми? Потому что мне лично гораздо больше нравится вот именно вот такая вот карта, когда все светло, когда всех видно. Ну а прямо сейчас, дамы и господа, я хотел бы поговорить немножко о удаленном режиме под названием дуэли снайперов. Да, я скажу так, что я в этот режим особо не играл, но тем не менее, это как и режим зомби-выживания. Очень крутой режим, очень классный, но ровно в том, что он быстро надоедает, но иногда время от времени поиграть ему очень хочется, поэтому, разработчики, если вы нас слышите, пожалуйста, добавьте отдельную катку, типа старые режимы или кастомные режимы, и я хочу играть в дуэль снайперов. Я хочу играть в зомби-выживание, потому что вот я сейчас смотрю на дуэль снайперов, ну реально прикольно пострелять с ВП, ну реально прикольно полетать, ну реально круто же, ребят. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если вы думаете так.